Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор набор инструмента на 100 предметов от компании WMC Tools. Это белорусский бренд, но набор изготавливается в Китае, заводской Китай. Набор подойдет для домашнего применения, это бытовой инструмент или как дополнительный инструмент в автомобиле. Если у вас есть основной набор, там не головки, трещотки, это будет как дополнительный набор. Вот эта вот упаковка от самого набора. Указывается, где он производится. То есть Беларусь, и завод находится в Китае, уже говорил. Артикул товара, комплектация набора. И, в принципе, из важной информации здесь все. Теперь перейдем к комплектации. Разводной ключ в наборе. Длина его 210 мм. Далее пассатижи переставные. Длина также 210 мм. Молоток 240 мм, 345 грамм. Рукоятка сама из металла, видите, здесь сверху пластик нанесен, и где вот держите рукой, также пластик, но более мягкий. Молоток гвоздодер. Пассатижи 160 мм и кусачки 160 мм. Моток изоленты, набор Г-образных ключей шестигранных, размеры ключей 1,5 мм, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 шестигранные, набор головок и набор бит. Головки шестигранные. Размеры головок 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Присоединительный квадрат головок 1/4 дюйма. И набор бит также. 10 штук, головок у нас 9. Биты шлицевые и крестовые в наборе. И также переходник под головки, чтобы использовать с трещоточной рукояткой. Вот она в наборе идет, дальше я покажу. Так, забыл еще. Комплект запасных полотен для канцелярского ножа. Так, верхние крышки у нас ножовка по металлу. В комплекте только одно полотно идет. Длина ножовки 200 мм. Индикаторная отвертка. Нож канцелярский. Запасные лезвия, показывал уже, в комплекте идут. Две отвертки, крестовая, шлицевая, с намагниченными наконечниками. Длина отверток 200 мм. Отвертка трещоточная, с реверсом, переключение право-влево. Применять можете в наборе или биты подсоединять, или головки. И набор часовых отверток в кейсе. И также рулетка у нас на 3 метра. И вот такой вот набор расходных материалов в кейсе. Так, с комплектацией все. Гарантия на инструмент составляет 1 год. И напомню, за подписку на канал, за оставленный комментарий, вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. Кейс пластиковый, цельнолитой, то есть нету зависа посередине, которая соединяет две крышки. Замки запирания также из пластика.
Габариты кейса у нас: ширина 38 сантиметров, длина 29, высота кейса 9 сантиметров, вес 3 килограмма 200 грамм. Вот такой вот набор небольшой для домашнего применения. Спасибо за просмотр. Кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо.